Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում և բոլորի ուշադրության կենտրոնում այս պահին Վաշինգտոնում ընթացող բանակցություններն են։ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների վերջին օրը քննարկումներին կմիանա նաև պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն օնլայն տեսակապով մենք կզրուցենք Մոսկվա, կզրուցենք Կովկասի հարցերով փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևի հետ։ Добрый день, господин Кривошеев, вы в эфире, как слышно? Здравствуйте. Хорошо, спасибо. Сегодня, как известно, последний день переговоров между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, и пошла информация, что к обсуждениям присоединится также госсекретарь Энтони Блинкен. Очень многие региональные игроки пристально следят за переговорами в Вашингтоне. Ваши комментарии по этому поводу? Ну, здесь я бы отметил не то, что господин Блинкен присоединится, а то, что его, вот получается, все... Эти несколько дней не было среди участников переговоров, то есть Армения и Азербайджан действительно договорились с глазу на глаз, как многие хотели бы, наверное, и кто-то даже говорил, что это эффективно, кроме Армении, впрочем. Но, видимо, прав Никол Пашинян говорит, что есть некий документ, что он рассматривается, что он согласуется и... Ну, чтобы принять результат работы, действительно нужно участие Энтони Блинкена, как все-таки модератора, но если основную работу проделали сами участники встречи, Мирзоян и Байрамов, то, в общем-то, спрос будет с них по этому поводу. А, да. Энтони Блинкен был только присутствовал при переговорах в первый день, 1 мая, в ходе переговоров, и фактически в завершающем этапе он также присоединится. Но вернемся также к формату. Никол Пашинян вчера в национальном собрании заявил, что западных предложений нет, есть только российское предложение, которое Армения приняла. Так что же все эти три дня обсуждается в Вашингтоне? Или верен тот расклад, что Вашингтон предоставляет только платформу для обсуждения, а переговоры и сами повестку формируют только обе стороны? Так можно расшифровать заявление Никола Пашиняна? Ну, по-моему, отрицать, что есть какое-то западное предложение, это манипуляция. Конечно, если есть не предложение, то это воля Запада. А вот она, в общем-то, давайте прямо скажем, она близка к воле Азербайджана. Воля Азербайджана заключается в том, чтобы как можно скорее конфликт был регулирован на его условиях и чтобы российские миротворцы покинули регион. Это отвечает воле Запада, поэтому зачем мешать Азербайджану реализовывать эту свою волю. Воля Москвы заключается в другом, не буду здесь играть в благородство, говорить, защитить армян Карабаха. Нет, воля Москвы продолжить свое военное присутствие в регионе. Вот, показывать силу, укреплять свое влияние на этот регион. И, соответственно, миротворцев нужно сохранять. А чтобы миротворцев сохранять, нужно, скажем так, откладывать какие-то ключевые пункты соглашения, как статус Карабаха. Но очевидно, что если Азербайджан на это не пойдет, то сейчас ресурсов, чтобы продавить такое решение, у Москвы нет. По-моему, когда-то в армянском руководстве звучало, что нету западного предложения, есть там турецкое или азербайджанское. Ну вот вам это турецкое или азербайджанское предложение сейчас на столе, и сейчас оно вполне себе преуспевает. Да, но в то же время здесь вопрос гарантии. Дают ли гарантии мира? Вопрос в том, что не только на земле нужна страна, которая сможет гарантировать даже любое соглашение. Я уже не говорю о мирном договоре. Даже любое соглашение требует гарантии, потому что мы исходим из печального опыта, что при посредничестве Москвы соглашения эти не на земле, они не соблюдаются. Ну, я боюсь, что так будет с любой страной. В общем-то, не знаю, как армянское общество оценивает сейчас работу европейских наблюдателей, да, которые стоят на границе, но, по-моему, они не сильно отличаются от российских миротворцев по эффективности. Ну, вот давайте честно. Простите, там разный формат, они не миротворцы, они наблюдательская миссия, невооруженная.
Это не вооруженная наблюдательская миссия с ограниченными возможностями. Это не военный контингент, это не миротворцы. И давайте не путать. Правильно, правильно. Но миротворцы на самом деле в своем статусе близки к этим людям, потому что они тоже, хоть и носят оружие, категорически не имеют возможности его применять. Не то, что оружие, а вообще силу. Ну и тут вопрос же в фиксации в первую очередь. В первую очередь речь идет о фиксации каких-либо нарушений. Ну что, вот нарушение у села тех, было оно или нет, не буду утверждать без кого-либо, но европейские наблюдатели его не зафиксировали, потому что не были на месте. Нет, я не верю, что какие-то другие миротворцы войдут в регион. Азербайджан этого не допустит, ему это категорически не нужно, поэтому... О гарантиях. Гарантии будут политические. То есть, например, гарантия будет под какое-нибудь честное слово Энтони Блинкена, Джо Байдена, Эммануэля Макрона уже к переговорам не подпустят, как это известно. Это, ну, может быть, Шарль Мишель. То есть, опять же, есть же разговоры про мероприятие в Кишиневе 1 июня уровня европейского голоса. Да, Кэтрин Колоназа заявила об этом. Состоится ли эта встреча в Кишиневе, по вашему мнению? Ну, об этом можно будет сказать, когда мы узнаем, что сегодня вечером случится. Мы же не знаем, к чему пришли переговоры в Вашингтоне. Если они добились какого-то успеха, то и в Кишиневе можно будет ждать продолжения. Если успеха не будет, то в Кишиневе будет тоже топтание на месте. Но нет, это будет политическая декларация. То есть та сторона, которая будет стоять рядом с... лидерами Армении и Азербайджана, когда они будут подписывать мирный договор, скажут, что мы будем следить за исполнением соглашения, но, безусловно, это лишь слова, за которые, ну, вообще никто не несет ответственности. Но в Вашингтоне не обсуждается мирный договор, в Вашингтоне обсуждается другой документ. В Вашингтоне обсуждается платформа для создания доверительных отношений для дальнейшего установления мира. Это не мирный договор. Ну, в любом случае, что-то, это к нему движение, да, и Никол Пашинян. Вообще-то Армения уже сообщала, что есть мирный договор, и она его передавала даже в Баку, плюс об обсуждении документа, вот сейчас говорил Никол Пашинян. Ну, то есть, неважно, вы же спрашиваете про гарантии, а мне кажется, что гарантии, правда, никто не может дать в нынешней политической обстановке. Чтобы давать гарантии, нужно иметь прямо такие, скажем так, сильный рычаг влияния на обе стороны. Как бы западные страны имеют, конечно, какой-то рычаг влияния на Азербайджан, но мы видим, что он успешно, вполне иногда и критикует западные страны, посылает им ноты протеста, просто не исполняет каких-то их предписаний. То есть Азербайджан не считает себя страной, которая должна поддерживать отношения с Западом и должна идти ему на какие-то уступки. Вот, в общем-то, единственная страна, которая имеет реальное влияние на Азербайджан, это Турция. Но мы знаем, на чьей Турция стороне не будет защищать Армению ни в каком случае. Вот вам и гарантии. В Кремле категорично заявили, что единственной дорожной картой к миру остается трехсторонняя договоренность России, Азербайджана и Армении. И вот это заявление прозвучало на следующий день после состоявшихся в США переговоров. Но и сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел должен состояться в этом месяце в России. Ну, это небольшая игра в баланс, да, то есть какие-то приличия он пытается соблюдать, чтобы его не обвинили как бы в окончательном уходе на Запад, ему это не нужно. Ну, так или иначе, ну что, мы видим, что трехстороннее соглашение, оно, конечно, стало каким-то фундаментом к дальнейшему развитию событий, но сейчас сверху понастроено уже столько, что мы этого фундамента практически не видим. То есть, да, трехстороннее соглашение позволило остановить войну на подступах к Степанакерту, да, то есть благодаря нему, можно сказать, не был взят Степанакерт. Но все остальное, что есть в трехстороннем соглашении, благодаря манипуляциям. Одна сторона говорит, что
это правило не нужно соблюдать, или мы его не будем соблюдать вот по этой причине, другая. Здесь от трехстороннего соглашения практически ничего не осталось. Единственное, что там есть, можно сказать, обязывающее, это Зангезурский коридор, к сожалению, для Армении. Вот, на самом деле для Запада тоже, потому что, что бы ни произошло дальше, если будет подписан какой-то документ, все равно есть закрепленное обязательство, чтобы эту дорогу контролировали российские пограничники. Вот. От этого обязательства пока еще никто отмахнуться не смог. Ну, собственно, и потому что никакой дороги нету. Когда появится дорога, что будут делать, будет ли там действительно стоять погранцилы ФСБ РФ или нет, это будет спорный момент. А все остальное, что есть в трехстороннем соглашении, вы видите, как удобно обходить. КПП стоит, и, в общем-то, единственный протест против него – это, опять же, слова. Мы обеспокоены. Ну, обеспокоены, а тем не менее миротворцы проезжают через это КПП и, как видно, никак не возражают против того, что там висит флаг Азербайджана, там стоят азербайджанские пограничники, видимо, осуществляется какой-то контроль. Все это есть, и это та реальность, с которой стороны, в общем-то, смирились. А, то есть в Москве эта встреча будет носить чисто символический характер? Так получается? Если она состоится. Ну, опять же, исходя из того, что будет сегодня, ну, видимо, будет идти речь, то есть, что может Азербайджан, например, поднять какую тему в Москве? Разумеется, Зангезурский коридор, Армения будет поднимать тему Лачинского коридора. Но с Лачинским коридором вряд ли что-то может произойти. Вот я читал, конечно же, в армянских СМИ такие надежды, что ли, что там будут установлены какие-то электронные системы наблюдения, да, самих пограничников азербайджанских не будет, будут миротворцы. Но мы видим, что это все, скажем так, wishful thinking. То есть хочется, чтобы было так, но это не так. То есть азербайджанские пограничники будут там стоять. И еще будет вот эта здоровенная английская, насколько я помню, система слежения, обнаружения боеприпасов, металла. То есть, да, машины будут проверяться. Вот, собственно, так. Москва, ну как, реверансы в сторону Москвы Азербайджан будет делать, поэтому, да, встречи будут проводиться и там тоже, но, по-моему, уже вообще не вызывает споров, где главная площадка. Главная площадка, разумеется, в Вашингтоне. Там обсуждается основное, там обсуждается базовое. С Москвой будет обсуждаться какие-то прикладные вопросы, вроде разблокировки коммуникаций, но разблокировка коммуникаций невозможна в нынешних условиях, поэтому это, ну да, такая дань уважения действительно, что мы будем говорить, но эти вопросы сейчас не имеют приложения к жизни. То есть главная площадка в Вашингтоне, но без гарантий, я правильно поняла вас, без гарантий для армянской стороны? Да, никаких гарантий для армянской стороны, потому что, ну, просто их нет. Ну, то есть, мне, ну, невозможно представить, ну, то есть, чтобы были гарантии, нужны нормальные, скажем так, обеспеченные серьезным мандатом миротворцы, видимо, с мандатом от Совбеза ООН или от кого-нибудь еще. А какие гарантии дает российская страна? Извините, какие гарантии дает российская страна? И если бы даже у российских миротворцев был мандат, то есть Лачинский коридор был бы сейчас открыт? Не знаю. Надо сказать, что трехстороннее соглашение заключалось в другой России. То есть оно заключалось в другую историческую эпоху, совсем другой России. Все. Ни этой России, ни этой исторической эпохи уже нету. Напомню, что еще в 21-м году Запад и Россия действительно как-то взаимодействовали по карабахской проблеме, да, по армяно-азербайджанским делам. Потом это все, ну, окончательно просто кануло в лету и точка. Так что гарантии от российских миротворцев... Российские миротворцы сами, скажем так, пытаются, находясь в Карабахе, не отсвечивать, чтобы не спровоцировать новый скандал со своим участием. Вот
Видимо, они просто будут вот так вот в абсолютно беспомощном положении находиться до 2025 года, когда уйдут. Вот. Ждать осталось, в общем-то, недолго. Да, то есть фактически с этой стороны гарантий вообще нет. Вернее, есть гарантия того, что будет нестабильно, и что будут военные столкновения, эскалации и без вмешательства конкретного гаранта силой. И с этой стороны вот эти гарантии. Ну, про военные столкновения я бы не сказал. Собственно, площадка для военных столкновений, она может быть в каком случае. Но если действительно Азербайджан будет прям силой расширять свое присутствие в Карабахе, вряд ли он это будет делать. Проще дождаться, правда. То есть, скорее всего, через миротворцев будет осуществляться постепенно какой-то гражданский контроль. Вот мы видели уже экологов, дальше, не знаю, придут какие-нибудь кинологи, не знаю, налоговая служба, мобильные операторы, ЖКХ скажут, что армяне Карабаха должны покупать газ исключительно у азербайджанского поставщика электричества. Вот. Азербайджанские военные, в общем-то, вряд ли окажутся в Степанакерте раньше 25 года. Это не нужно. Это вызовет нежелательное напряжение для всех сторон. Ну да, а российским миротворцам мы видим, что самое главное, Лачинский коридор, они, в общем-то, спустили на тормозах, вроде бы как возмущены, но это возмущение абсолютно ни во что не вылилось. И вряд ли выльется, потому что вот оно уже есть, и мы уже видели их колонны, проезжающие через этот коридор. Да, значит, дальше будет вот такая вот экспансия, расширение фактического влияния Азербайджана, но другими средствами. Гибридных средств сейчас много, и, собственно, военное вмешательство – это последнее, что может быть. Спасибо, господин Кривошеев, за комментарии. Будем ждать событий и вестей из Вашингтона. Спасибо. Նշեմ, որ online տեսակապով զրուցեցինք Մոսկվա Կովկասի հարցերով փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևի հետ, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերին։